Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем трейлер «Пикник». В набор входит клей, резинки, наждачка, 414 деталей конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Вспомогательный инструмент пригодится нам при извлечении мелких деталей из плашки и при сборке. Детали, отмеченные крестиком, нам не нужны. А круглые детали мы легко достанем прокручиванием. Для удобства на каждой странице инструкции мы увидим места расположения нужных нам деталей. Будьте внимательны, не путайте местами детали под номером 1 и под номером 2. Обращаем внимание на отметку. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Клей не должен попасть в круглые отверстия. Крестообразное отверстие выравниваем при помощи 112 детали.
Детали колес выравниваем по отметкам. Остальные склеиваем по аналогии. Обращаем внимание на положение деталей. Клей не должен попасть на круглое отверстие. Колесо и деталь под номером 33 просто вставляем. С другой стороны делаем то же самое. Крестообразное отверстие выравниваем при помощи детали под номером 29. С другой стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на отличие деталей. Вторую фару собираем зеркально.
Следующие детали выравниваем по отметкам. Совмещаем детали по засечкам. Просто вставляем. Обращаем внимание на расположение деталей. Второе сиденье делаем по аналогии.
обращаем внимание на отметки и положение деталей. С другой стороны клеим по аналогии. Клей наносим только в крестообразное отверстие. В круглом отверстии клея быть не должно. Детали выравниваем по прямому краю.
теперь собираем по аналогии в зеркальном виде. С другой стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на расположение деталей. Зеркально собираем вторую дверь. Вторую приклеиваем точно так же. Остальные дверцы собираем по аналогии.
часть крыши, которая откидывается в бок, должна находиться снаружи от стенки. Обращаем внимание на положение деталей. Thank you.
стенку сначала пристраиваем к петле, а потом закрываем. Верхушка деталей должна попасть в круглое отверстие без клея. Клей наносим только в серединку. Клей не должен попасть в круглые отверстия. И здесь следим за тем, чтобы клей не попал в круглые отверстия. Остальные стулья склеиваем по аналогии. Второй лежак склеиваем по аналогии.
Обращаем внимание на номера деталей и их расположение. Второй стол собираем по аналогии. Пол между стенок собираем без клея, так как он у нас разборный. Часть пола прячем в нижнем отсеке, а другую часть складываем в багажный отдел. Готово! У собранной модели открываются все двери, капот и отделение санузла. Раскладывается крыша, откидывается лестница, вращаются сиденья, руль, колеса, а передние еще и поворачиваются. А также в наборе у нас есть два складных стола, три стульчика, два шезлонга, диван и разборная платформа в качестве пола под крышами фургона. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот удивительный конструктор, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!